До меня дошли слухи, и я удивился. Если бы вы могли развеять эти слухи сегодня, просто ничего особенного. Я имею в виду, мы увидим, я просто только что услышал, ходят слухи, что однажды... Ничего плохого, что однажды ты пошел на костюмированную вечеринку в костюме Джона Сноу. Да, было дело, к большому сожалению. Да, это правда. Как ты там вообще оказался? Дело в том, что это было 30-летие Роуз, и она решила, что тема костюмированной вечеринки будет плохой вкус. Вот я и подумал об этом, и я подумал, вы знаете, что худший вкус – это играть роль персонажа, которую вы играете в сериале. На самом деле это гениально. Это действительно плохой вкус. Я так и сделал, подумав, что это действительно смешно. У нас были эти две девушки, ну, знаете, которые раздавали там канапе, напитки и прочее, и им не сказали, какова была тема костюмированной вечеринки. Они такие, увидели меня одетым, как мой персонаж из «Игры престолов», и такие, ты очень-очень грустный. Это был настоящий костюм-шоу. Я пытался это объяснить, я сказал, нет, это тема, плохой вкус. Вот так. Надо же. Это был твой настоящий костюм-шоу? Да нет, я его сразу купил в магазине костюмов. Они такие, они хоть знали, кто ты? Они такие посмотрели на меня и говорят, это откуда вы свои костюмы берете? Это круто. Перевел и озвучил Fox Voice. Подпишись на канал и поставь лайк этому видео. Adios, amigos.